как русский летчик приземлился на захваченный немцами аэродром, забрал у них истребитель и улетел. Александр Иванович Покрышкин был отличным летчиком. В своей книге «Небо войны» он рассказывает про необычный случай, который больше похож на сценарий остросюжетного фильма, а не на реальную жизнь. Летом 1942 года Покрышкин вместе со вторым пилотом должен был приземлиться на Ставропольском аэродроме. Однако, когда добрались до места, еще с воздуха стало понятно, что здесь что-то не так. Когда же самолет приземлился, обнаружилось, что он получил повреждения и больше не взлетит. Вдруг Покрышкин увидел трех гражданских, они сообщили летчику, что в городе со вчерашнего дня немцы и нужно срочно улетать. Советским бойцам помогли починить самолет. Нужно было как можно скорее улетать, ведь в любой момент здесь могли оказаться немцы. Однако после ремонта Покрышкин обнаружил рядом советский самолет МиГ-3. Он сказал, чтобы боевой товарищ улетал, а сам он полетит на МиГе. Как вдруг на аэродром прибыли немецкие мотоциклисты. Чем закончилась эта история, мы рассказали в нашем телеграм-канале. Ссылка в комментариях.